кончик. Сейчас тебе это будет паниковать. Я еду на солнце. Окей, сейчас просто на варп, может быть. Я нон-стоп на АБ еду на солнце. Но мы очень сильно разбросаны, поэтому вот нам ничего... Главное, панишер, стой в алайне. Просто если упадут на тебя, ты сдохнешь. Да, я стою. Поехали, Эклад. Ага, под варп. А куда они под варпали, подожди? Они в стаке. Они на высшее место панишера, скажи, да, потому что вода едет. Ну я поехал в сторону них. Да, я тоже под... Я под них буду тихонечко уезжать. Но как бы не полностью, то есть километров все равно 50 надо ставить. Сипуль поехал. Окей. Микрофон мьютед. Вот нам надо будет эту сипуля аккуратненько взять. Они очень быстро едут, слышишь? И сипуль, видишь, обоссался уже. Обоссался. Убегает. Я его залочил, и все, у него ГГВП. Аккуратненько, мой второй. Слушай, смотри внимательно за тобой, Никитос. О, они переварпывают стой хитрые. Я еду пока от них. Сипуль снова, смотри, набрал сил. На меня идет. Ну я к Сипулю поехал аккуратненько. Да он снова убегает. Давай, подожди, а кто под впереди? Деймос, видишь? Да. Ты можешь по Деймосу? Надо на фьюжн, сейчас на фьюжн перезаряжаюсь, еду на Деймос. Зачем я не на ЕМП нормально? Ну, в принципе, да. Есть скребок? Еду к нему. Греюсь сразу. Панишер? Да-да-да. Раздрави. Я тоже греюсь. Продублировал скребок. Иштар, дамп. Я тоже греюсь. Дамп. Вага, осторожно, приехала. Давай, я сразу прилк, я на нее скребок перекину. Угу. У меня патроны не тебе перезаряжают. Поехали. У меня нормально, я ее давлю. Вага, дамп. Вагу можешь не дампить, чувак. Церберуса лучше задампи. Ну я как бы буду от нее плавно отъезжать. Лучше Ортуса, один дампер кинь на Ортуса. Хотя меня пока не дамажит, я по ней хуярю, полный рост. Сикуль подъехал, давай сикуль свичнемся. Я буду выезжать, как думаешь? Ну вагу можем додавить, она умирает, чувак. Окей, пробую. Локал, нет? Я греюсь? Да-да-да-да, локал хорошо спикнул. Давай пробуем. Турбодамп. Потом свипуля свич. Аккуратнее, да, он едет. Госсипуль. Не, он уже уедет. Он уедет. Не, он меня. Он около меня. Хорошо. Он меня просто не вклозил меня. Хорошо, я еду на него. Раптор, я скребок на раптора кинул. Давай. Он меня сеточкой взял, надо раптора сдуть. Кинул дронов. Угу. Окей, я дамажу раптора и выезжаю. Сипуль поможешь? Да-да-да, сейчас будет. Раптора держу, да. Еду на Сипуль, дамажу. Камека от ТРГ пролетела. Арис, мелочь, слушай, я просто пока еду в сторону солнца. Хорошо. Я тоже вытягиваю. Шабал прилетел. Я пока погреюсь. Сипуль от меня далеко, я буду мелочь стрелять. Тут еще Сипуль. Еще мелочь приехала. Едем на солнышко. Так, где ты находишься? Я за два. Параллельно едешь. Я понял. Дай по слайсеру пробу. Что там еще подожди едет? Я пока раптора буду. Я раптор скребок, я по нему раздаюсь. Потом буду слайсер лучу. Раптор выйдет. Там ценобал заезжает, чувак, там ценобал заезжает. На, вижу. Ну, если пульс из 15. А ты вот запить у меня в поле. А, сейчас он сдох. Бонусы мне пока не сканят, я пытаюсь что-то по этому поводу предпринять. Я заскрамил ценобал, дамага на самом деле очень много. Так, Сипуля добить, у него структура, блядь. Нам мы никак не можем. А, так. Умер, родится. Окей, слайсер едет далеко. У меня тут другой Сипуль очень близко. Да, второй Сипуль он меня подтакнул. И Тенгу у меня очень близко. Я Сипуль скребок кинул. Сипуль, дам. Блядь, Панишер, ну ты по скребком? Тенга дамп. Да, подскажи. Ну ты там останешься. Ты по-любому остаешься. Навраг, слышишь, я поеду вниз. Давай вниз как-то, я не знаю уже. Давай. По Арису. Поехали вниз там, где Арис, видишь? Вижу. Он около меня.
Ну вот, если ты его кипкуешь, чтобы панишь, там в любом случае уже остался. Да, я уже все. Ой, меня задавит, меня стилит озера. Чувак, вага, видишь близко вага? Поехали опять к солнцу. Я по Арису дамажу, я нахожусь около сраного Ариса. Хорошо. Давай так, я попробую вытащить майнер. Меня стилит озера, да. Я понимаю. Ага, давай к майнеру на перегреве поедем, слушай. Я пока не могу. Я поехал. Стилет сейчас будет камлер. Света, скребок, выезжай. Пина маловались, слышь, попробуй подампить их. Давай, Кон, ты отъедешь, ты реально там один находишься под этим говном. Так я пытаюсь. На тебе сетка от кого-то или что? Нет, нет, я пока просто выезжаю. Давай на раптор кинем дронов. Я держу форм, поэтому... Вот раптор меня ко мне едет. Хорошо. Едем на стельку, которая мешает. Я могу отварпать. Давай, уходи. Переварпай. Ты знаешь, они все от тебя откатились на самом деле. Отварпал. Но у меня рядом был стилет и ворм. Хорошо. Я отварпал. Стиль могу подскрамлить, нет? Смотри, как сайт идет быстро, видишь? Да, он едет на меня. А стилет на скрипке. Он меня вообще-то единственный, кто меня держит. Я в джаме. На кого вернуться можно? Можно мне со стилета что-то сделать, пожалуйста? Ничего. Понял. Можем помолиться, не знаю, сказать, чтобы ты жил. И потел как-нибудь там. Че ты делаешь с сайтом, скажи? Я просто в джайм пока. Я еду от него, он едет за мной, но я отрываюсь, я скоро смогу отварпать. Давай по свипулю отработаем, че отварпать? Ну окей, но у меня просто так... Детка. У меня очень гретая бэха, и я... на бараш перекидываюсь, дронов-то свипулю кидаю, но у меня всего 3 осталось. Окей. Тар, я на тебя вернусь на стол. Да, порядке. Подогрел пушки на свое поле? Да я не попадаю, он передо мной, и ты передо мной. А я попадаю. Ребят, стелька в браткасте, можно я? Нет, нельзя, 70 километров. Если попросишь ее ко мне подъехать, я сниму ее с тебя. Так, ну он тормозит. То есть я пол шелды ему снял, но больше не могу пока. Там китсуня появилась. Угу. Я отдампил стилет, если ты можешь. Ну, а тебя, да, кто-то могу, спасибо. Без тебя кто-то держит? Ты как-то вообще мелочь бы поубивал, им что-нибудь нам сделать. Я мне бы выйти, чтобы починить АБ, потому что я потом просто перегреться не смогу. У меня оно спали на 90. Не знаю. Хотя я сейчас отъеду и так починю. Прям в бою. Ты просто, я еду без перегрева, и ничего сделать не могут. Угу. Никит ушел? Никита... Да, ушел. Спасибо большое. Не Харрис поехал, по-моему. Слушай, видишь, Харрис? Да, лучше. Я пока тормознул, чиню, короче, в бабах. Зато тебя попущу себе. Он вообще сваливает в сторону, реально. Потому что там цинабалы быстро едут. Я начну репаться, пожалуй. Буду отскрамливать и готовиться. Там столько на вас народу вообще топится. Да там пиздец. Угу. У них скимитары появились, чувак. Господи, он меня заскрамбил, радостный такой дотопил, прикинь. Кто? Цинабал, да все в порядке. О, там слайсер ездит, и вагабон какой-то ездит. Я пошел по цинабалу. Да я по слайсеру, цинабалов не убьем. Хорошо. Убил им слайсера. Давай всю мелочь лучить. Ну я так и занимаюсь. Я раптора пробую. Один, он далеко от тебя? 30. А, ты вверху что где-то топишь, я не пойму. Да, я чуть-чуть над тобой. Ах, ну зачем ты так делаешь? Мне на тот момент было неудобно перестраиваться. На мне сетка от сайта. Опять стилет утопит. Карл, ты где? Никит. Да, выхожу, сейчас, этого охотника. Я скрамливаю потихоньку, сейчас буду к тебе пытаться спускаться, но ты можешь отъезжать? Пытаюсь, сейчас сетку, если успею снять, наверное, успею. Никит, попробуем убить. Да, сейчас. А на тебя наварп, очень жесткий наварп идет. Ты ж понимаешь, я не уйду. Так, я вырываюсь. Угу, давай, вырывайся. Но мне очень плохо, реально. Ну,
Да, они все на тебя стригаются с реварпов. Сорин там что-то. Оба я пробую к тебе подтянуться, Не надо, не надо, не лезь сюда. Ну я аккуратненько очень. Минус. У меня объектов, а есть половина объектов. Слушай, я потихонечку выскочил на самом деле. Да, я выскочил. Не знаю, правда, честно. Никитос, ты можешь кицу не подпоинтить? Не могу, могу. Сейчас. Вот эту яркость. Да, я вижу. Джан должен страдать, да? За их побудет. Но у нее структура. Есть, умерла. Ну. Бис как-то развернулся и странно едет, короче. Я не знаю, чем я с ними делать, реально. Я яичко поймал. Джан должен страдать до конца. Нет, ты не хотел его брать. Наверное, на 3 на него брон. Как хочешь. Да, Маус умер, если что. Угу. Ну, Бис, по идее, вроде вырывается, я смотрю. Не очень. Скажи кого, может быть, Никитос бы статье соскамлил с тебя? Вот, да, вот это если можно. Никитос, давай бегом. Он трус? Просто проездом. А ты хитрый. Просто проездом отскамли, чувак. Да не надо. Просто проездом через середину ганга. Хотя, возможно, надо. Он не задувается вообще все, что может тут. Ну давай. Сейчас я раптора буду нарубивать, подожди. Я ушел на объекты перед тобой, сейчас подварпаю ближе и попробую на тебя в стори варпнуть. Ребят, я идеально прошел под варпом. 20, я до него скрамблером не достал, а он до меня достал. Сука. Просто, блядь. Я уже не уйду здесь, но... Нормально, он на тебя отвлекся, чувак. А он делает тебе проблемы, Ортис? Ну, попроси его скрамлить, чем мне жалко, что ли? Да я не про... я про места. Не-не-не. Причем, если бы не было этого скрамблера, ну, то есть, типа, если бы я положил на него скрамблер, я бы вытопил по инерции. Но здесь... Я убил им цвипуль, парни. Сейчас вернусь на тебя в 100, чувак. Идите лутайте фракцию, там ты... Ты продолжаешь ладиться на те же объекты? Да. Сейчас я попробую на тебя в 100 прыгнуть. Должно быть еще рискованно, короче, да? Не пытайся меня скрамбить иногда, это так забавно. Ну ты понимаешь, что мы тут сдохнем? Да я не сдох, но ты как хочешь. Так. То, Вага приехала, тихо. Вага, иди отсюда. Я на тебя в 100 пошел? Ой, я сдох с альфы. Ебанусь. И я на тебя вывалился. Я не знаю как. А я охуенно пришел как раз, чувак, прям на тебя. Клав добивай, чувак. Слушай, это какой-то баг. Я не знаю, чего умер. Я отворпал. Они яйцо убивали, мне не мешаем. Подошел бонус. Так, подожди, а чего я умер? Не знаю. 1300 артастер надо. Скажи, что там будет. В Яуне сейчас, да. Слышь, да? Обидно. Реально обидно. А кто тебя альфанул? Торнадо. Не знаю, откуда он взялся. Но я там, понимаешь, я там мог всех убить. Локал один, можно. Клоун на обзорке. Вот и Кицуни убил, я в нее не стрелял, блин. Она на меня просто повернула.